Всех зрителей канала, которому не безразлично собственное здоровье, приглашаем на бесплатный вебинар. Ссылка в описании под этим видео. Часто люди задают вопрос, а как сделать так, чтобы ходить не сутулясь? Вот, на самом деле все очень просто. У нас два варианта искривления в грудном отделе позвоночника. Первый вариант – это избыточный кифоз, то есть когда идет искривление самого позвоночника, вот. Ну, что встречается достаточно нечасто. А вот сутулость определяется именно тем, что лопатки уходят вперед. И у человека не позвоночник искривляется, а именно плечики ушли вперед. Вот если я стою пряменько, да, вот, у меня нету сутулости, то вот так вот это я уже сутулюсь. Да? Вот. Именно вот это ухождение лопаток вперед, плечи ушли вперед, это и есть сутулость. Очень часто родители шлепают своих детей, перестань сутулиться. Ну, ребенок выпрямится, вроде несложно же выпрямиться, да? А потом снова забывает и снова начинает сутулиться. Почему это происходит? А элементарно просто. Потому что есть мышцы, которые двигают лопатку вперед, вот. Есть мышцы, которые двигают лопатку назад. Когда задние более слабые, чем передние, то есть передние перенапряжены, то, естественно, лопаточка уходит вперед, и человек ходит, сутулившись. То есть нужно просто-напросто расслабить вот эти так называемые большие грудные мышцы. Вот. Делается это элементарно просто с помощью одного единственного упражнения, называется провисание в дверном проеме. Только единственная особенность, само упражнение делается в течение 2 минут, но если вы хотите достаточно быстренько выправить осанку, то нужно делать это упражнение почаще, ну хотя бы раз 10 в день. Тогда вы быстренько там, за недельку, за две осанку выпрямите, вот, и лопатки уже не будет уходить вперед. Как выполняется это упражнение? Нужно подойти к дверям, двери открыть, нам нужен сам дверной проем. Встали немножко, не доходя до дверного проема, ну где-то полметра примерно, да? Ручки под 45 градусов вверх, упали сюда, попу отклячили назад, а грудью провалились вперед. Вот, и 2 минутки вот так вот провисеть в дверном проеме. Вот таким образом вы растягиваете вот эту самую большую грудную мышцу, вот, расслабляете ее. И если будете раз 10 в день делать, то вы легко и просто, достаточно быстренько выпрямитесь и будете ходить пряменько. Уже не захочется сутулиться, потому что мышца не будет перетягивать лопатку. Вот как все просто и как просто и сами вы можете без всяких ортопедов избавиться от сутулости. Переходите по ссылке в описании под этим видео, чтобы записаться на бесплатный вебинар, на котором вы узнаете всю правду о болезнях и научитесь самостоятельно с ними справляться. А самых целеустремленных, готовых взять ответственность за свое здоровье в свои собственные руки, я приглашаю в клуб «Школы здоровья», на котором я научу вас справляться со своими заболеваниями. Если вам было полезно это видео, я прошу вас поставить лайк, потому что тогда и другие люди будут его видеть больше. А также подписывайтесь на канал. Здесь я несколько раз в неделю рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления своего здоровья.